интеллектуальный объект, вот фактическое значение, которое лежит за словом «любовь» в XIX веке, и которое сейчас лежит, вообще, ну, как бы разное. Ну, то есть по объему, по тяжести. Главное, тяжесть вот этого значения низкая. Да? Точно так же и социальная справедливость. Сейчас тоже низкая, понимаете? И вы возьмите любое слово, и вы увидите, что значение, которое за ним стоит, стало все более и более легким, приходящим, изменчивым.